Ребята, всем привет! И сегодня я хочу поговорить с вами о детках на пнях и также на цветоносах. В данном случае я буду приводить свои примеры и также хочу поговорить о их образовании. Какие бывают причины, откуда они появляются. Ну и, в общем, давайте, наверное, все по порядку. Есть, как для меня, 7 пунктов, по которым я определила, когда появляются детки. Первое – это температурный режим, весна-осень, перепады температур. Также это может быть как экстренный случай, то есть была сильная жара, резко перепад пошел на низкую температуру. И, собственно говоря, дальше происходят такие процессы, как сгнила точка роста. Если вы лечили шею, то вот как у меня было на бальзана, это мультяшка, я здесь лечила шею, вот там глубоко-глубоко, я очень сильно ее резанула, закрылась точка роста, и в этом случае появились 2 детки. Я очень долго ждала внутренний лист, но внутренний лист так и не появился, и с весны на лето появились детки. Собственно говоря, я, в принципе, уже и подразумевала, и понимала, что после такой глубокой раны внутренний лист может не появиться. Хорошенечко пролечила шею, то есть обработала ее, и на данный момент у бальзана 2 детки сейчас растут. Грубо говоря, почти это уже пень будущий, мамка все силы деткам отдаст, и в будущем будут у меня 2 взрослых детки. Вполне возможно, этот пень будущий будет еще деток давать. То есть пока детки развиваются, дают корешки там внутри, надеюсь, вам видно, сидит хорошо, то есть корневая система тоже неплохая, хотя тут горшочек уже заплыл. Вот, это и первая причина, по которой может появиться детка. Дальше. При корневых деток причин появления очень много. Также это может быть как по самому сорту. Сам сорт может любитель детковаться. Вот у меня, допустим, Diffusion. Я узнала недавно, что она любит тоже детковаться. Точка роста целая. То есть с мамкой все в порядке. В дальнейшем и мама, и детки будут развиваться. Также у мамы есть там корешок, и тут тоже вот 2 деточки, вот по обеим сторонам, вот здесь и вот здесь. Где-то я еще 3-ю видела, но она пока не развита. Тут вот маленький-маленький совсем листик, не знаю, как видно будет или нет. Вот там в глубине есть еще один вот маленький листик. Вот, то есть, может быть, это 3-я будущая детка, но пока она такая вздулась и сидит на попе ровно, как говорится. Детки уже в размере догоняют маму. Вот одна из них уже почти размер мамы. Вторая еще так тужится. Ну, третий листик, по-моему, дает там внутри. Но пока еще слабо видно. Вот. Еще одна причина. Дальше. Пень. Сгнила точка роста. То ли была сильная жара, сварилась центровушка, водичка попала в зимний или осенний период тоже там. От сырости, от влаги, от холода тоже может быть разные причины. Бывает, что приезжает, вот как у меня попалась пульсация, допустим, да, я думала, что это майя, но оказалось, это пульсация. Вот тоже детка на пне, тут уже пня и не видно. И вот огрызок листа, вот он, это мамка была, видите, вот из точки роста 2 цветоноса. Вот, точка роста закрылась, это еще одна из причин, где детки могут появляться принудительно уже. Ну, так получилось, так уже сложилось с растением, что вот по какой-то причине потеряли точку роста, да. Вот, и природным способом она себя просто дублировала. Это очередной из пунктов, то есть идет дубликация самого сорта. Материнское растение понимает, что надо что-то делать, и вот в таких случаях бывает дубликация самого растения. У меня такой осьминожек, уже сбежавший из горшка, корневая тут тоже очень хорошая, правда, я
вот именно детки корневую не видела горшки, сейчас я ее вытащу. Вот. Ну, какие-то корешки там есть, вот. Я уже не понимаю, это материнское растение корни, либо деточные, то есть. И вот у меня одна шикарная детка, уже практически взрослая, и она уже на данный момент цвела, отцвела уже давненько, скажу вам честно. И она дальше идет развиваться. То есть вот еще одна причина, по которой появляются детки на пне. Еще одна причина, по которой появляются детки, собственно говоря, сгнила точка роста. Если там я, допустим, получила растение уже без точки роста, и цветоносы закрыли точку роста, и с точки роста цветоносы пошли, то тут, получается, у меня, если кто помнит, это на Швиле я брала в Ашане когда-то давно, года 3-4 назад, это растение. И тоже на пне, но там уже пня не видно, он очень-очень глубоко, вот под листом вот здесь, вот, вот, вот этот пень, вот он. И точка роста сгнила. Материнский лист уже давным-давно отпал, ей уже 2,5 года, если не 3. Вот, и вот такая вот уже взрослая детка, видите, тоже уже из горшка выбегает, убегает. Вот, и на удивление, и для меня было неожиданностью, еще на пне появилась тоже вторая детка. Тоже детка уже третий лист дала, и, по-моему, уже четвертый там собирается давать. Тоже тут корни все переплелись, уже перепутались, я даже не знаю, где какие корни, где чьи. Сейчас достану с горшка, покажу. Но эти все детки еще пока не цвели, за исключением пульсации. Вот пульсация у меня уже цвела. Вот. А эти детки еще пока не цвели. Вот горшочек у меня тоже. Тут недавно полив был, просто вот влажный субстрат. Даже течет еще немножечко. Буквально вчера я их поливала. Надо было вчера показывать, когда был сухой субстрат. Но уже, то есть корни есть, все замечательно видно. Я очень довольна тем, что у меня две детки их появилось. Она очень нежненькая, очень красиво цветет. У меня сейчас наподобие есть то ли Ривион, то ли Россион. Я вот в сорте еще немножко не определилась. Но она как замороженная сейчас цветет. И, по-моему, как в спящий режим ушла. То есть, пока не надоест, она будет вот это держать цветочки. Хотя недавно я думала, что она уже все отцвела. И уже идет на отцветание. Но я ошиблась, и все-таки она еще дальше продлевает цветение. Какие есть еще причины появления деток? Есть природники, которые любители давать деток сами по себе, как на цветоносе, так и при корневые детки. На данный момент это у меня природницы две. Мамаша и детка Людемания. Очень много деток уже у других в домашней коллекции, именно моего образца. Они уехали, я даже не знаю, как они себя чувствуют, где-то прижились, где-то не прижились. То есть надо еще знать, как это делать. Но дело не в этом. По самому сорту, как природницы, так и неприродницы, также есть и гибриды, которые любят тоже детковаться как на цветоносах, так и при корневые детки давать. На данный момент у меня Людемании детка и мама были разделены 1,5 или 2 года назад. Вот одна деточка у меня. Это детка прикорневая была. Вот такой шикарный кустик. Вот он. И на данный момент она уже прижилась. Детку доращивают. У детки тоже тут вот таких 2 шикарных корешка. Там еще 2 коротыша. Вот. Ну, девочка такая умница, молодец, приживается, новые листики дает. Это вот Людемания, я знаю, эквестрисы любят свести, деток давать. Также, ну, есть много природников, которые, и неприродников, которые любят давать цветоносы на, которые любят давать деток на цветоносах и при корневых деток. И сама мамаша. Конечно, когда они вместе сидели, был очень-очень пышный куст. На данный момент я их разделила. У меня была серьезная причина, почему я начала их разделять. Потому что 2 года назад они потеряли корни. Что мамка, что детка. И пришлось срочно их разделять и переукоренять. То есть, дабы спасать оба растения. Я думала, что останется какое-то одно. Но у меня осталось их 2. Но только они сейчас посажены раздельно.
Вот. Конечно, когда они вместе сидели, было очень пышненько. Я сейчас показываю. Мамка вообще неугомонная, она все дает, дает, деток и дает. Единственное, ее цветение выпадает февраль, март, апрель, ближе уже к началу весны. Потом она вот сейчас лето, она практически в спящем режиме. Очень медленно сама развивается, но по поводу деток на цветоносах она за них не забывает. И начинает еще формировать новеньких. Видите, вот. Одна малявка, там еще веточки, вот поближе покажу. Вот внизу, где вот веточка, видите, вот веточка, тоже опять, это новое образование уже, вот, и вот еще деточка, новая, листик, вот он. То есть многие цветоносы старые, которые очень-очень глубоко вот там сидят, видите, вот недавно, где-то с 8 месяцев назад я его срезала, потому что он уже сам желтеть начал, она его начала скидывать. Это очень-очень старый цветонос, очень старый. Есть еще причина, по которой детки появляются, но это уже, знаете, как самовольничество, я этим методом никогда не пользуюсь и не прибегаю к этому. Это паста стекининовая, я противник этого. Вот, даже несмотря на то, что там растений спасти уже не получается, и пастой мажут. Ну, то есть это все кол меня, мим меня, я этим не пользуюсь. Один раз у меня был опыт. Это Black Trezor, мой любимый, очень редкий сорт, раритет считается на данный момент. Вот, к сожалению, у меня его сейчас нету. И на нем, когда он только приехал, там очень крупная была мамаша, очень крепкое, здоровое растение, и мне в этом повезло. Я намазала там на цветоносах 2 или 3 почки, ну, не сразу, а поэтапно там. Одну почку намазала, время подождала, образовалась детка, потом вторая ниже появилась. Вот, но, к сожалению, у меня подставка фиалка на 15 вазонов, и на второй полке у меня стояло растение, когда я его доставала, я детку одну снесла на цветоносе. Я посчитала, что это мне мало, надо еще намазать пастой, и добилась где-то 3 деток. Потом вторая появилась, потом еще чуть позже третья. У меня есть плейлист Black Trezor, там у меня образование деток, цитокинная паста, вот как все образовывалось. Можете перейти и посмотреть, как, что все это происходило. Очень-очень давний ролик, 5 или 7 лет назад, где-то, ну, очень давно. То есть, если кому интересно, можете перейти и посмотреть, там несколько видео, роликов именно про цитокининовую пасту. Какой еще пункт у меня по поводу образования деток? Ну, есть еще самый трудоемкий, самый долгий, самый очень долгоожидаемый момент. Это опыление уже, когда вы сам на сам там опыляете или опыляете между собой сорта, то это очень долгий процесс от коробочки до образования деток и далее. Это уже минимум 2-3 года. Первые это семена проращивать, вот, потом их высаживают в ясельки на мох, потом с ними еще там месяцев 10 играются, то есть это не быстрый процесс, вот. И что касается образования деток быстрым процессом, это вот сгнила точка роста, там повреждение шеи, что там и там лечили, да, то есть вот всякие реанимационные процессы были, то есть именно вот эти все параметры я для себя определила, когда именно появляются детки. Но одно время я хотела добиться деток. Ну, то, что пасту я применяла, это понятно. То, что вот самообразование деток у меня не получалось. Если получалось, то как-то у меня все неправильно шло, и я еще до конца не понимала. То есть я до сих пор еще не понимаю, как что появляется. Вот. Разные причины, разные факторы на это влияют. Также еще я упустила момент. Есть базальная детка. У меня был момент, по-моему, орхидея от Татьяны. Там вообще заморыш такой был, пенечек. И вот само материнское растение, как основа, служила для детки, и прям из шеи, не прикорневая, а именно из шеи шла детка.
появилась. И в будущем, когда я наблюдала за этим процессом, тогда я была новичок, и для меня это все было в новинку. То есть я уже попутно изучала, попутно наблюдала и делала для себя выводы, как может быть в дальнейшем, может ли детка выжить или нет. В принципе, может, но от материнского растения отделять категорически нельзя, потому что и оба растения могут погибнуть. Что в этом случае делается? Как по моим наблюдениям, материнское растение со временем само себя изживает и все силы передает детке. И постепенно, постепенно лист за листом отдает растение материнское, ну, то есть желтеет. Лист за листом уходит. Один сняла, другой сняла, вот как я делала, вот на моем опыте. Я сейчас не могу показать на пальцах, потому что это было очень давно, у меня где-то ролик остался. Я все время пыталась то в кокосовую шкарлупу пересаживала, то горшочки минички какие-то, то закрытые системы. То есть, но желательно в этот промежуток времени вообще лучше растение не трогать. Материнская. Вот как посадили, вот так и сидит и вообще. Я на тот момент была очень сильно любопытной, и поэтому я применяла все методы для того, чтобы вот в дальнейшем все-таки спасти хотя бы детку. Материнское растение осталось как пень, пропавшая точка роста, и до тех пор, пока я дошла до уровня образования детки базальной на шее, материнское растение полностью уже практически исчерпало свои силы, отдало детке. Но и не факт, что детка может выжить, потому что на пне, если очень маленький размер, что самой детки, что самой мамки, сейчас, конечно же, прервусь, покажу подобный случай. У меня еще и Ромы был когда-то тоже, похожая ситуация была, но детка на детке тоже не всегда выживает. Чтобы не теплить себя надеждами в будущем. У кого-то получается, у кого-то не получается. Вот у меня очень крохотное растение. Это не то, что детка, это моя когда-то эвридика. Шикарное взрослое растение было, очень пышно цвело. Года два назад оно порадовало меня. На одном цветоносе 28 бутонов было, на втором тут же цветоносе. Чуть позже где-то еще 15 цветочков было, очень пышно процвела. Исчерпала все свои силы. Это вот еще один случай, когда может тоже дублировать себя растение, когда полностью уже изнеможено вот до конца, до предела. И вот это как раз тот наглядный случай, что может происходить. Растение, я так понимаю, что уже, ну, уже. И вот тут вот есть преобразование, вот прикорневое. Это не цветонос, это видно, что детка. К сожалению, у меня фронтальная камера не увеличивает план. И вот здесь идет прикорневое образование. То есть растение пытается себя дублировать уже на последней стадии выживания, грубо говоря. То есть это у меня реанимация. Но реанимация не очень успешная, в том плане, что сейчас еще и жара доставляет нам дискомфорт не только нам, но и самим растениям. Тут уже лист такой, ну, грубо говоря, умирающий, отмирающий. И внутренний лист также. То есть не факт, что растение вообще выживет. Хотя я борюсь за ее жизнь. И вот прикорневое образование это именно детка. Растение уже пытается себя продублировать, потому что явно у растения уже идет обратный отсчет. То есть вряд ли уже растение выживет, и оно надеется еще на то, что себя продублирует. Вот есть еще такие случаи, когда вот растения выдают деток. Причин очень много. Реанимации, температурный режим, природные явления, дубликаты и тому подобное. То есть прочее, прочее и прочее. Если я что-то упустила, и вы можете еще добавить к тому, что я выше перечислила, ранее точнее, можете добавить это все в комментариях. С удовольствием почитаю ваши варианты, как у вас все было. Если хотите продублировать
именно статининовой пастой, то лучше все-таки цветонос срезать и играться уже в эти игрульки отдельно в каком-нибудь, ну, в бутылочке девочки делают, в контейнере на мхе и так далее. То есть тоже вариантов очень много, но это уже немножко другая тема. И я, собственно говоря, в бутылках тоже пыталась там цветоносами играться, у меня ничего не получилось. На мох в контейнере я не пробовала, хотя тоже очень интересная идея. Вот, там может быть даже больше шансов вырастить какую-нибудь детку на цветоносе. Опять же таки, цветоносы, ну, коль уже зацепили эту тему, еще могу добавить от себя, хотя это еще и как сам результат у девочек, что на мхе и на цветоносах отдельно, если брать, то на цветоносах тоже не всегда появляются детки. Почему? Потому что бывает, цветонос уже тоже исчерпал все силы, и особенно если полностью цветонос уже процвел, у него сил уже не осталось, и то, что вы срезаете, уже не факт, что детка появится. То есть я не скажу, что на начальной стадии цветонос надо срезать, но в какой-то период вот только-только цветочки начинают сбрасывать, можно еще, в принципе, поиграться. Если вам надоело цветение, можете срезать, тоже поиграться, то есть там еще какие-то силы есть в цветоносе. А когда полностью цветонос уже отцвел и еще какое-то время стоял, там практически 2-3 недели, ну, плюс еще тут температурный режим влияет. Если очень сильная жара, цветоносы могут вариться в воде, жариться, краснеть, гнить и так далее. То есть я еще до конца этого не понимаю. Мне надоели эти игрушки с цветоносами. Думаю, пусть уже природным методом, вот температурный режим сам, как говорится, панует и преобразовывают мне детки на пнях, на цветоносах, еще где-то там. То есть своим естественным путем. На этом я хочу ролик завершить. Если вам ролик понравился и был полезен, ставьте лайк, пишите комментарий. Можете даже поделиться этим роликом. Если вы досмотрели ролик до конца, огромное вам спасибо. Желаю вам здоровых растений, пышного цветения. До новых встреч. Пока-пока.